Так, вот наша красавица. 30 сентября 2023 год. Перед рассветом. Так, ладно. Я знаю свое увлечение длинными файлами. Я собираюсь еще показать Юпитера. Давай пройдемся по самой окружности. Ух ты, Аристарх куда забрался, на самый верх кратер. О, а Платон наоборот в эту сторону залез. Давай чуть-чуть хотя бы дадим самостоятельно через кадр продраться. Все. Я отошел, сейчас, секунду. Моя ж ты красавица. Невозможно. Лежал, думаю, но не вынесла душа поэта. Все-таки. Хорошо, пошли смотреть Юпитер. Слушайте, на удивление я даже вижу эти самые спутники. Я думал, при таком ISO, ну, полосы, думаю, четко видно, да? Вот это позади, это у нас Ио, отстает спутничек позади Юпитера. Ну, я надеюсь. А впереди идет ну ладно, я, наверное, сейчас сниму отдельно. Сейчас у нас ISO 125, и отдельно сделаю файл, где ISO будет повыше, и там будут спутники видны получше. А пока зафиксируем еще Венеру, и на том, наверное, будем первый дубль заканчивать. Там еще пару-тройку минут и Меркурий будет виден. Пока нет, но
Так, вот вам Венера. Сейчас выдержку уменьшу, чтобы она почетче была. Красотень. Ладожки. 30 сентября 2023 год. Сейчас будет.